Всем привет! Вы на канале Erudit Plus. В этом видео вы узнаете, что означает слово лимитроф. Лимитроф от латинского limitrophus – пограничный. Термин, означающий совокупность государств, образовавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи. По окончании Первой мировой войны термин использовался для обозначения, по определению Малой советской энциклопедии, государств, образовавшихся из окраин бывшей царской России, главным образом из западных губерний – Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, отчасти Польша и Румыния. Этимология и употребление термина. Изначально словом «лимитроф» обозначали пограничную область Римской империи, которая обязана была содержать стоящие на ее территории особое подразделение императорских войск – лимитаны. Словарь Уэбстера определяет этимологию английского слова «лимитрофи» как французскую, которая восходит к позднелатинскому «limitrophus» – «граничащий с», буквально обеспечивающий проживание пограничных войск, несистематически образованному от латинского «limes» – «limites» – «граница» и греческого «trophos» – «кормилец». Слово зарегистрировано с 1763 года. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Erudit Plus, чтобы узнать еще больше интересного и нового.